Всем доброе утро. Я сейчас выезжаю в Костко. Мне нужно собрать заказы, кое-что купить для дома, яйца, туалетную бумагу и так далее. А что смогу, поснимаю. Если вам интересно, то поехали вместе со мной. Я сейчас загрузила в машину кресло, которое купили. Два кресла оба. А, как и показывала в том видео, тут же моментально пошли эти зацепки. Они пошли на следующий день. Вот утром мы уже встали и уже были. Вот посмотрите, здесь строчка. Видите, что произошло? Мы их сразу убрали, но времени не было. То есть я то забывала, то некогда. Сейчас, в общем, заодно хочу совместить приятное с полезным, сделать возврат этого кресла. А вот это черное, оно хорошее, нормальное, но оно ни к селу, ни к городу. А Даня его очень хотел, но у него на самом деле места мало в комнате для того, чтобы эта штука стояла. Да и не нужно, у него есть стул, кровать удобная, там подушки положили, и он как на диванчике на ней сидит. В общем, решили оба вернуть. Сейчас отвезу. Села в машину, сначала не увидела. Вот, на стекле лапы. Кто-то бегал тут конкретно по машине. Чьи-то лапочки. Вот в комьюнити жили, таких у нас проблем не возникало. А здесь гуляют по машине нон-стоп кошки. Кошки? Надеюсь, это кошки? А может быть, куницы кто-то писал? Я уже сейчас взяла снова зубные пасты. Крест, ополаскиватель для рта. Несколько штук. Идем дальше. Я уже собрала заказики в разделе витамины. Снова у нас достаточно большой выбор. Я хочу сейчас вставить в следующем кадре. Я накануне снимала обзор БАДов. И было, магазин уже закрывался, было дело к закрытию. Поэтому получилось совсем немножко. Сейчас вот здесь вот я вставлю, вы посмотрите. По многочисленным просьбам пройдемся по витаминам. Витамин Е, антиоксидант, да? Поддержание иммунной системы, женское здоровье. Вот, да, многие клетки питания для даже клеток сердца. Витамин Е, 500 таблеток, по одной таблетке 7,99. Упиться. Можно взять реально на всю семью. Бифлекс препараты. Сегодня уже без скидки. Вы знаете, вчера была скидка. Здесь витамин С, магнезия, глюкозамин, хондроитин и МСМ комплекс. Все, что нужно для поддержания здоровья суставов, $25. Здесь 200 таблеток, по 2 таблетки в день. То есть на 2 курса как минимум. Что еще? Вот это жидкий, честно говоря, какой-то ультрасильный глюкозамин. Я не знаю. С хондроитином то же самое, витамином D3. Но он жидкий. Это как бы на любителя, да? Взбить нужно. И 2 столовых ложки с жидкостью. $14. Здесь считается, не знаю, 33 порции, что ли, 1000 миллилитров. Вот. Для артерий, здоровья артерий, костей и сердца хорошие препараты. Q7. Вот еще такой глюкозамин и хондроитин. $17,5. То же самое для поддержания здоровья суставов, связок и так далее. Оно действительно работает, помогает. У нас родные, вот, например, как только перестает принимать, они вот такие вот бифлекс берут. Как только перестает принимать, сразу чувствует дискомфорт и сразу как-то нехорошо, видимо, с возрастом не хватает и требуется такая добавочка искусственная, да, извне. То же самое. Здесь 375 таблеток, $12 по 2 таблетки. Курсом 4-6 недель принимаются. Препараты Q10 тоже считаются они для продления молодости, для здоровья сосудов, кожи, сердца. Вот помощь сердцу, крови и энергии, да, дает энергию. Здесь нужно смотреть содержание Q10. Я, честно говоря, сейчас уже забыла. В разных таблетках его в разное содержание. Видите, здесь 300 миллиграмм, $22, 100 таблеток по одной в день. А здесь, например, только 200 миллиграмм, 140 таблеток.
по одной в день. $35. Как бы дороже. Вот нужно разбираться. Я, честно говоря, сейчас уже вот по содержанию в миллиграммах я не очень хорошо помню. Теоретически вот это должно быть подешевле, но практически, скорее всего, Kirkland — это местный костовский бренд, да, они, наверное, идут на опт, и их продукция качественная, но она гораздо дешевле. А вот это Natura Made, раскрученный достаточно бренд, я думаю, что поэтому и подороже. Детская омега-3, да, они сейчас такую принимают, DHA и LA кислоты, витамин А, С, Д, Е также здесь в составе есть. $13, 220 штук. По 2 в день я Дане даю. Кирилл иногда берет 4 в день, когда ему хочется чего-нибудь сладенького, потому что они такие мармеладки вкусные. Взяла на тест жидкий. У Дани был жидкий, еле допили. Мармеладки покупала хорошего качества. Нордик. Забыла, как называется, на Хёрби. Тоже он еле доели, их больше не берем. Вот эти трескают с удовольствием. И Кирилл, и Даня. То есть я просто Кириллу даю 4-5 сразу, он берет. Упаковки все равно надолго хватает. Рыбий жир в таком варианте с омега-3, $17, 2 упаковки. А мы давайте с вами со скидкой посмотрим. Дикая семга, да? Из семги дикая омега-3. Могут уменьшить риск, смотрите, пишут, заболевание коронарных артерий, я знаю, ну, в общем, сердце, да, профилактика. 14,99, 210 таблеток, 1000 миллиграмм, по 2 в день нужно пить. Fish oil, это местный тоже Kirkland. Здесь 1400, видите, миллиграмм. Натуральные триглицериды, натуральные источники. Вот, здоровье помогает сердцу, здоровью сердца. Значит, 230 таблеток, $20 без скидки, по одной в день. На всю семью, на полгода минимум. Вот еще их же fish oil. Чуть-чуть поменьше дозировка, здесь 1000 миллиграмм. По одной в день, 400 штук, $8 сейчас скидка. Это такая огромная банка, как вот вам показать. Вот, кстати, моя ладонь, а она еще больше, огромная. Кстати, многие, кто получает наши посылки, они когда получают, и они в шоке от того, что действительно такое большое, такие огромные банки приходят. Это для многих прям сюрпризом является. Витамин С, жевательный, 250 грамм, это совсем небольшая дозировка. Это, знаете, такая, каждый день, для профилактики каждый день. Помогает иммунной системе, это антиоксидант тоже, да, хороший. По 2 в день их нужно принимать, в одной банке 180, то есть 360 таблеток, по 2 в день, и стоит $10.50. Вот, в момент болезни, как минимум, 1000 миллиграмм рекомендуется принимать, а то и больше. Ну, это так разово. Это коэнзим Q10 тоже, да, какой-то там в составе. И мультивитамины. Мультивитамины хочу вот тоже взять, возьму попозже. 50+, $15. Очень популярный витамин One Day. По одной таблетке в день. 300 таблеток. 50+ для мужчин. 50+ для женщин. Я думаю, что они специально сбалансированы под возраст, да, исходя из потребностей людей более, наверное, ну вот, помоложе или оптимальны для женщин и мужчин комплекс. Вот. Так, не достать мне. А 50+ уже специально подобран, исходя из потребностей людей. Видите, здесь даже вот кровяное давление и здоровье сердца, глаз на рисунке. Что тут? Энергии, иммунной системы. В общем, классно. Опять же, ежедневные мультивитамины и минералы. 500 таблеток по одной в день. $13.50. Так это без скидки. Они еще со скидкой бывают. Вот такие с витаминами и минералами. Так,
чем бы они у нас отличались бы. Причем с кальцием. Вот эти с кальцием и витамином D. Здесь ничего не написано. Но... Так, знаете, надо сравнивать. Причем здесь витамина А больше, я вот изначально сразу вижу. Витамин С также, D. В общем, разные количество содержания витамин. И они, причем 400 таблеток по одной в день, 8,3 доллара. Нормально, да? Центром прохожу мимо, опять же. В России они есть. Различные комплексы для поддержания иммунной системы, для водного баланса, для беременных. Пренатал, Natura Made. С DHL кислотами тоже. По одной в день 20 долларов, 150 таблеток. Единственное, вот для беременных всегда один вид витамин. Не знаю почему. Смартипанс, много раз говорила, детские. Для женщин отдельно. Мультивитамины 13 долларов для энергии, метаболизма, костей и иммунной системы. 13 долларов, 220 таблеток по 2 в день. Что купили? Для глаз купили коллаген. Коллаген женский, где-то здесь мужской коллаген. Так, уже сейчас сунула куда-то, не найду. Еще аккуратненько все это разложить. Вот детские витамины, пробиотики, взрослые витамины. Для суставов, витамины С для иммунной системы, аптечки первой помощи, неоспорин, классная мазь с антибиотиком, она и подсушивающая, и от зуда, и против воспаления, в общем, первая помощь замечательная, всегда такой волшебный кремик в сумочке есть. Вот. Детские витамины омега-3, обезболивающие, витамины Е, шампуньки. Вот эти флостики классные, у них контейнер внутри идет в подарок. Это зубные пасты, естественно, и Крест, это ополаскиватели для рта. Знаете, что я решила взять? Цветы домой. Скидка, не могу устоять. И так хочется поставить сейчас вазочку, такую милоту с подсолнухами. Симпатично. Так приятно. Я сейчас взяла цветок и думаю, как я буду носить его неудобно. А девушка мне подходит. Давайте я вам дам пакетик. Это вам не пакетик удобно. Вообще. Подсолнухи отдельно. Но они такие замученные какие-то. Гортензии. Так, мне кажется, я сейчас гортензию, наверное, возьму. Нет, я не буду изменять. Они миленькие, наверное, какие-то. Прелесть какая гортензия вообще. Гортензия вообще 10 долларов стоит. Но я уж возьму такие вот, прям вот, знаете, настроение. Хочу такие. Сейчас уже в одежде. Я, ну, в отделе одежды собираю заказы. А у меня заказали вот такие вот мужские джоггеры. Да, да, ну, это домашняя одежда. 20 долларов Calvin Klein за 2 штуки. То есть в упаковке 2 штуки. Ну вот я. А, хотя меня заказали размер S. Я не вижу размер S, хотела сказать. Я не вижу размер S. И, пожалуйста, я его беру. То есть здесь две штучки, и они вот так вот смотрятся. Черные и серые. Хлопок. Такие приятные домашние. 20 долларов. В детском отделе сейчас вот такие классные футболки Levi's. 13 долларов. Их 3 штучки в наборе. Сейчас осталось уже мало размеров. Есть белая классическая модель с лого. Синяя, голубая. И вот такая вот серенькая. Это, напоминаю, в детском 12,99 цена. Чемпион. Футболочки. А, 12 долларов за 2 футболки. А Levi's за 3 футболки. Костюмчики детские. Пума. 18,99, 3 в одном, разных цветов. Джинсики, кстати, Levi's детские, 511 модель, Slim Stretch, это больше в обтяжку будет. Они тоже, по-моему, 13 долларов стоят, стопочка. Костюмчики 15 долларов, футболка и верх кофточка, но только 4-й размер. Женскую жилеточку сейчас беру.
обычная классическая модель, тонкий синтепон, то есть она осенняя, может быть, вот на работу, мне кажется, удобно, да, когда в кабинете холодно, окна открыты, дует, или, может быть, такие помещения, где со сквозняком, то есть не сильно теплая, не сильно объемная, и в то же время согревает, не продувает, $13 такая жилетка всего лишь, и несколько цветов есть, серая, бордовая, голубая и черная. Какой огромный фикус, $37. Он просто реально вот практически ростом с меня, высотой такой. Листья, лопухи огромные, $37. Мне кажется, это просто неприлично дешево. Хотя я не знаю, сколько фикусы стоят, может, они сами по себе дешевые, но живое растение такого размера, представляете, уже луковицы продаются. И, к сожалению, я опять не вижу цены. То есть 50 нарциссов. Сейчас я посмотрю, может, с другой стороны где-то увижу луковицы, тюльпаны. Я нашла с другой стороны. Они стоят $15. Ирисы. Вон, какая прелесть. Так, нет, это фаленопсисы, это орхидеи стоят $15. А луковицы вообще $13 стоят. Слушайте, со мной борется Плюшкин. Давно не брали, возьму авокадо. Оно такое, а вот позеленее хочу. Вообще я люблю, то есть я их довожу до консистенции, когда они черные, люблю кушать. Но их вот выкладываешь на стол, да, буквально там сутки, и они доходят. Но когда они все черные, они быстро испортятся, конечно. Я лучше возьму зеленый, и они у меня будут дозревать, когда мне надо. $7 за 5 штучек авокадо. У нас уже закончились. Возьму яблоки вот эти наши. Гала стандартные. $4.5 за 3 паунда. И возьму ящичек персиков. 8.99. Здесь получается 4 паунда. А многие пишут, комментируют о том, что почему мы говорим в паундах. Потому что мы живем здесь, и единица измерения – это паунды. В одном паунде 452 грамма, по-моему. Да? Можно округлять примерно до полкилограмма, и будет легче. То есть в одном паунде полкило. Можно всегда пересчитать. Возьму бананы, одну связочку. $1.69. Мелковатые. Эти желтые. Вот такую. $1.69 за вот эту всю связку. Возьму яйца. Закончились у нас. Давно уже, причем. $9.5, 5 доз. Лоток. И мне нужно молоко. Сейчас еще молоко возьму. Или я думаю, что и возьму органик молоко в этот раз. Там даже не знаю, 2% или нет. Вот это возьму. 3% за 2 галлона. Это 7 литров, 560 миллилитров, $10, 12 центов. Моя тележечка. И заказы собираю, домой закупаю сразу параллельно. Всегда смотрела, я вообще люблю бобовую, всегда смотрела на эту штуку, но боялась брать, потому что, во-первых, написано, что она острая, во-вторых, ну, как бы 10, $9, да, даже сейчас со скидкой, а так 13, 8 порций. Ну, в общем, страшно брать, вдруг не понравится. Сейчас мы с вами возьмем, попробуем вот так вот у раздачи. Thank you so much. Сейчас я вам попробую, расскажу. Слушайте, вкусная штука. Мне очень понравилась. Единственное, она острая. А острая, вот я не очень острая люблю. Она такая вот прям, вот я не знаю. Кирилл бы ел бы бобовые, Саша им бы понравилось. Они просто не кушают. Очень вкусная вещь. Чуть-чуть меньше бы остроты. Я бы с удовольствием взяла бы. Что я сейчас возьму? Мне уже давно нужен вот этот вот лимонный сок. Еще он и органик. Я присматривалась, но за $8.5, честно говоря, не очень готова была покупать. Почему? Потому что он и
подпортиться может. Но хотела заказать Walmart онлайн. $5 одна бутылка маленькая стоит, поэтому возьму-ка я сейчас, тем более со скидкой $6.50. Берем настоящий лимонный сок. Арахисовая паста со скидкой $7.3, грех не взять. Одна банка 1 килограмм 360 грамм. Это одна банка, представляете? Опять же, в том же самом Walmart эта паста будет маленькая баночка, доллара за 4, наверное. А здесь $7.50. Две огромные банки, на полжизни хватит. Беру сухофрукты, груши. Вот такие 567 грамм. Упаковка $9 стоит. Как снеки, наверное, можно использовать. И вот что я еще не пробовала, так интересно. Видите, как дыня высушенная. $9.50 стоит, 567 грамм. Сейчас хочу взять туалетную бумагу. Она идет со скидкой. $5, да, $18.50. 30 рулонов, 231 кусочек. Большая. И смотрите, опять у нас какие-то проблемы, видимо. Лимит 1 на membership. И там еще вот полотенца влажные. Почему-то тоже лимит 1 штука. Что случилось, не знаю. Сейчас, классно. Вот сюда не придешь, вот все надо, я не знаю. Жадность срабатывает только так. Порошки Kirkland, это их фирма местная, очень хорошие порошки. Со скидкой сейчас $12.50. Если я ничего не путаю, а это возможно, да, редко бывает, вот именно на эти средства у них скидка. Но дело в том, что я вот только купила и Clorox, и Tide только что в подушечках купила попробовать. Поэтому, конечно, мне еще предыдущий порошок остался. Это, ну, преступление просто брать еще. Но предложение очень хорошее, интересное. У меня закончилась вот эта вот курица, консервированная куриная грудка а-ля тушенка по-местному. Возьму, потому что очень удобно. В некоторые моменты она спасает. Ну и а-ля Цезарь, надо снять вам быстрый Цезарь, шустрый. В общем, она как палочка-выручалочка. Беру. А, я не сказала, что за 6 банок $10. В одной банке 354 грамма. Я все засматриваюсь на вот этот кекс, наверное, скорее всего, это, да, традиционная итальянская выпечка. И он каждый год продается. Сейчас вообще будет в Костку очень много сладостей и вкусностей к Рождеству. Надо будет прекрасный повод закупиться. $6.4, здесь 1000 грамм. Мне почему-то кажется, вот люди прям подходят и берут. Наверное, он очень вкусный. Мне сейчас вот некуда уже брать. Вот. А у меня будет время вас спросить. Может быть, кто-нибудь пробовал, не пробовал. Вот он насколько сухой, насколько стоит вообще его брать. Так-то самим несложно испечь. Но мне интересно то, что вот он сделан в Италии. И по-моему, я даже в России видела, эти кексы продаются. Может быть, они чем-то именитые. Смотрите, соус песто $7. На него сейчас скидка. Шикарный соус, да, и со спагетти классно. А я не раз его сама делала, но это все равно можно все самим делать, да, требуется время только. А наличие продуктов необходимых дома, когда у тебя появилось время сделать песто. Так как сейчас скидка $7 стоит, я возьму его. Он очень вкусный, обожаю. Огурчики соленые. Несколько вариантов, кружочками порезанные. Такая баночка 946 миллилитров, $6. Дольками порезанные огурчики, $7, 1538 миллилитров. Оливки 6,79, 510 грамм. Говорят, в таком виде они самые хорошие. Сейчас мы еще крем-брюле вот такой попробуем. Какой-то десерт. Сейчас посмотрим, сколько этот десерт стоит. 8,99 за 8 баночек крема брюле. Попробуем. Еще мусс $6.50. Тирамису появились. Обожаем просто. Но берем всегда, когда скидка есть.
сразу прям оптом закупаешься. Здесь еще самое главное — стаканчики стеклянные, которые у нас уже их тонны, этих стеклянных стаканчиков. А кимчи нас исправляют, говорят, что, наверное, правильно кимчи говорит. Но это так непривычно. $4 сейчас со скидкой. Мы только взяли банку, мы еще ее даже не ополовинили уже. Первая банка ушла просто за вечер, а вторая уже подольше кушаем. 1 килограмм 200 грамм. Но у нее акция, вот эта скидка, до 19 сентября, поэтому мы еще успеем скушать и купить еще. Я уже дома, все закупилась, у меня уже была тележка верхом, что действительно, я уже даже снимать не могла, потому что, вы знаете, так вот рукой сверху придерживала, чтобы у меня все доехало благополучно до дома. Вот, закупилась сегодня, видите, сегодня такая была сумбурная немножко закупка в Костко, потому что я собирала заказы и параллельно пыталась что-то домой купить, чтобы 20 раз не ездить, самое необходимое. В общем-то, мы неделю назад закупались, поэтому мне нужно было немного. На сегодня буду заканчивать. Всем спасибо, что вы со мной прогулялись по магазину. Наверняка будут вопросы. Очень часто в комментариях пишите, как связаться, что к чему. У нас всегда под видео внизу в инфобоксе есть ссылки на наш инстаграм, на рабочий инстаграм, на рабочую группу в телеграм. Вы можете всегда добавляться, писать там, задавать вопросы. Все основные подробности в группе телеграм. А я с вами буду прощаться. Не забываем, подписываемся на наш канал, если вы еще этого не сделали. До новых встреч, берегите себя, счастливо, пока-пока.